Здравствуйте, гости и подписчики моего канала. Вот хочу поделиться с вами содержимым своей посылочки, которая пришла мне с Китая. Заказал я в Китае плетенку. Уже заказываю неоднократно, качеством доволен. На один сезон хватает ее. Вот, поэтому можно за такие деньги заказывать эту плетеночку, скажем, вскрытием. Плетеночку эту специально заказывал для того, чтобы поставить на фидеры для ловли сома и крупной рыбы. Но больше, конечно, предназначена она будет для ловли сома. Ну что, смотрим содержимое коробочки. Вот. Пришла такая плетеночка. На вид сделана довольно-таки хорошо и качественно. То есть видно, что это выпускает фабрика. Вот. Толщина шнура 0,3 мм. Расчетный вес 18,2 кг. Ну, скажу вам большее, что плетенка действительно очень хорошая и выдерживает очень крупную рыбу. То есть 18 килограмм, что здесь заявлено, она на самом деле выдержит вес намного больше, если правильно отрегулировать фрикцион на катушке и правильно держать фидер или удилище, которое вы будете использовать. Вот. Такая вот фирмочка. Производитель. Написано, что сделано по японской технологии. Casken.net. Можете на Алиэкспрессе поискать такую плетеночку. Отдал я за нее буквально где-то около 3 метров. Размотка на бобине 137 метров, что идеально подойдет для катушки. Цвет специально заказывал желтый, чтобы ночью, когда я свечу фонариком, чтобы хорошо было видно, куда уходит эта плетеночка в воду. И особенно хорошо видно при вываживании рыбы ночью ее, куда и в какую сторону идет рыба, чтобы кто-то помог с подсадчиком и видел направление, как подходит рыба подсадчику к берегу. Вот. Да и ночью очень хорошо видно, как легла леска, как она на воде, особенно если ловить на реках, видно, как ее сносит по течению, примерно какое течение. Вот сделано вот так вот плетеночка. На вид сечение круглое. Ну, как еще хочу сказать, довольно добротная. Для дешевой плетенки, я считаю, это вообще хороший вариант. Подписывайтесь на мой канал, комментируйте. Спасибо вам большое за просмотр.